Пунарапи маранам, пунарапи жананам, пунарапи матри джатхаре саянам. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, I can show my submission. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы можем показать преданность лотосным стопам Гурудева только до той степени, до тех пор, пока наши личные желания и цели не противоречит такой преданности Гурудева. Жизнь очень нестабильна. Я начал с этой шлоки. И мы видели, что Арджуна, он сказал Кришне, что я предался твоим лотосным стопам. Я твой ученик, и я жду наставлений от тебя. И в тот день я говорил об этом, и также я сказал, что Арджуна говорит, что я твой ученик. И если ты думаешь, что я должен что-то сделать, то скажи мне, но в то время самопредание Арджуны, оно было несовершенно, поскольку если бы его самопредание было совершенно, ну, я имею в виду, что он сейчас находится в таком месте, в таких обстоятельствах, что он играет такую роль, что он показывает, что он предался Кришне, но он не предался по-настоящему, поскольку если бы он предался, он бы делал то, что говорил ему Шри Кришна. А как это для Арджуны возможно опять говорить, что я не могу сражаться? Если бы он по-настоящему предался Кришне, который был его Гурудевом, то он не спрашивал бы опять этот вопрос. И вот я покажу вам пример, где Арджун говорит, что он не может сражаться. И вот суть в том, что в нашей жизни мы также можем какое самопредание оно может быть в нашей жизни. И вот в читании Чайтамрити говорятся эти слова. И вот в читании Чайтамрити говорится, что во время дикши, полного самопредания, если в то время мы предались, и в этом случае никакое время, то есть если мы предались по-настоящему Кришне, то Кришна мгновенно он явится перед нами. Атмасам, значит, Кришна, когда только мы полностью предадимся лотосным стопам Садгуру, то в этом случае Кришна, он мгновенно он явится перед нами. Я говорю о стандарте, у нас, чтобы у нас не было возможности понять это превратно. Вот Махарадж говорит о стандарте, о идеале. И вот если мы предались по-настоящему, то согласно сочетанию Чайтамрити, Кришна такого человека делает подобным ему самому, не так, что вторым Кришной мы станем, а у нас как качества будут чинмоя, они будут трансцендентные, наши, мы обретем чинмоя качество, вот это качество, которое называется чинмоя, то есть мы станем качественно
подобные Шри Кришне. То есть и после этого никаких беспокойств, аргументов и прочих проблем, они уйдут от нас. И вот во время такого самопредания, если мы по-настоящему предадимся Гурудеву, то все сомнения, они все пропадут из нашего сердца, и мы получим качество трансцендентности. И вот перед началом битвы Арджуна спрашивает у Кришны, Кришна отвечает на все его вопросы. Это занимает 700 шлок. И вот вначале он, Кришна не может даже сказать то, что он хочет, поскольку Арджуна он не готов принять. И также Гурудев, если он видит, что наше сердце оно не может принять наставление Гурудева, то Гурудев может просто улыбнуться и молчать. И когда Гурудев увидит, что мы, у нас появилось качество предания Гурудеву, то Гурудев увидит, что мы готовы принять эту абсолютную истину, и он будет говорить об этой абсолютной истине. Я уже говорил много раз, что Снигда Шишья, перевести на английский, это тяжело, сложно. В английском нет достойного слова, чтобы вот перевести слово Снигда Шишья. Снигда значит, это тот, кто полностью предался лотосным стопам Гурудева. У него нет никаких аргументов, беспокойств, недоверия и прочего. Это тот, чье сердце полностью предалось Гурудеву. И в этом случае он может чувствовать такое некое нектарное чувство, что он служит Гурудеву всем своим сердцем, потому что он то, что когда он пришел служить Гурудеву, то а вот Махарадж рассказывает, когда Бабаджи Махарадж был по служению, ездил в Калькутту для публикации книг, и когда возвращался, то Гурудев ждал его и был очень доволен, что вот Махарадж сделал такое простое служение. И я очень, видя Гурудева, который доволен моим служением, я очень вдохновлялся и радовался. Я не знаю почему, но Гурудев, когда он, даже когда болел, но присутствовал в этом мире, то мы видели, что все общество этого Гаудия Матха, он, ну, несмотря на то, что он был внешне болен, но он контролировал всех нас, все общество, и все совершалось само собой идеальным образом. И это чувство я никогда не забуду. Оно очень, очень прекрасно. И так или иначе, Кришна, он может сделать нас, чтобы мы обрели качество чинмоя, трансцендентности. Но мы, к сожалению, не удачливы, и во время дикши большинство из нас они не предались Гурудеву. Может, кто-то на 20%, на 50%, на 60%, на 70% или на 80%. Или даже, может, на 99%, если мы предались Гурудеву, но все же из-за влияния йога майи остается этот 1%, из-за которого мы не предались полностью Кришне. Но если мы совершаем Гурусеву, то этот недостаток самопредания, он исправится. Дикша – это долгая процедура, я в один из дней объясню. Некоторые думают, что дикша, что мы получили мантру от Гурудева, и все на этом кончилось. Нет, дикша – это долгая процедура, это долгий путь. Дикша, она настолько долгая и путь, что мы не можем представить, и многие не слышали даже об этом. Мы во время дикши можем...
мы хотели доказать, что мы преданы Гурудеву, но мы предались только на 60%, скажем. То есть мы еще думаем о нашем теле, то есть это отклоняет нас от преданности Гурудеву. Я вот приведу один практический пример, что такое самопредание, поскольку я могу говорить много о философии, но такой яркий пример, он более ясен для нас, чтобы мы почувствовали прямо, что такое настоящее самопредание. И вот Гурудев также приводил пример, я расскажу о нем, как, например, во время потопа. Если вы сидите у себя дома, спите, и вот начался потоп, и течением сносит ваш дом. Ну, в Индии так бывает, что внезапный потоп, и всю деревню сносит водой. И вот так мы спим дома, и тут видим, что дом наполнился водой, и его несет по течению. И кто кого может защитить в такое время? Мать может ли защитить ребенка, или муж защитить жену, или отец будет защищать ребенка или жену, кого? И все заняты, чтобы спастись самим. И, например, отец вот плывет по течению в таком этом потопе. И что делать? Кто может его защитить? И вдруг внезапно плывя по течению, и вот так он плывет по течению, вызывает Господу, чтобы он его спас. И так, если он проплывает мимо баньянного дерева, то он, когда видит, он сразу хватается за ветки этого баньянного дерева, и тогда уже поток, он не плывет дальше. Он просто висит на этом баньянном дереве, как-то забрался на верх этого дерева, и теперь он спасен. И вот во время такой опасности, какое чувство преданности к Кришне было? Человек плыл по течению и молился, чтобы Кришна его спас, поскольку перед лицом опасности, смерти, такое возникает чувство, как говорится, что тонущий человек, он пытается даже схватиться за соломинку, а тут ему целое дерево по пути попадается, и он с великой надеждой хватается за это дерево. Или вот во время войны, например, эти жители воинствующих стран, они боятся своих врагов. И люди, ну вот, например, в случае, ну вот, когда война была между Бангладешем и Индией, то границы были открыты, и беженцы, они свободно приходили с этого Бангладеша в Индию, чтобы спастись от войны. И вот правительство организовало какую-то гуманитарную помощь им. А когда война закончилась, эти люди должны пойти и вернуться назад в свою страну. И на Бенгале, Шаранатхи называются это, беженцы. Но они такие временно предались правительству, просят помощи, но и также в материальной жизни мы видим, что жена предается мужу на какое-то время. Вот что такое женитьба значит. Но какое глубинное значение этого слова? Даже индийские люди, они не все понимают это. Как?
Вот если на английском слово мы как женитьба, мэридж, значит, похоже на слово мираж. Но по ведическим понятиям во время этой женитьбы есть мантра из Ригведы, которая повторяется во время свадебной церемонии в Вивахе. И вот когда люди, они во время Вивахи, они говорят эту мантру. Она о том, что сердце мужа, она и сердце жены, они сливаются в одно целое. И это на санскрите зовется Пативрата Дхарма. И так благочестивая женщина, она всегда хочет, благодаря, она через эту Пативрату Дхарму, она доказывает свое целомудрие в отношении к мужу. Это, это значит, что женщина вышедшая замуж, она даже во сне не будет никогда думать о других мужчинах. И Пативрата Рамани в Чайтанье Махапрабху говорит, и вот когда он встретил с этого преданного, который болен проказой, а вот там была, в общем, эта женщина возвращалась со своим мужем, и ее болтающаяся нога этого мужа задела Мандавию Риши, и он очень возмущен был и сказал, что тот, кто прикоснулся ко мне, он умрет с восходом солнца. И эта жена остановилась и сказала этому Риши: «Риши, поклоны тебе, но смотри, если я по-настоящему благочестива и целомудрена, то солнце не взойдет». И вот уже время утра подошло, но солнце не восходит, все полубоги беспокоились, что случилось, если солнце несколько дней не будет светить, то земля замерзнет, поскольку сердце, солнце – это наше сердце, это Нараяна в Бхагавад-гите. Бхагаван Шри Кришна говорит, что я сияние солнца. Вибхути. И вот смотрите, какой случай, что из-за солнца оно не взошло, и эти Брахма и все полубоги, они пришли, чтобы взмолиться этой целомудренной женщине, и они спросили, что они могут сделать для нее, чтобы она собрала свои слова назад, и ее муж был исцелен от проказы, и этот муни тоже забрал свои слова назад, и таким образом эта благочестивая женщина она благодаря своей целомудрию, она благодаря это такая женщина, это зовется также Сахадармини. И вот благодаря своим таким качествам она смогла спасти своего мужа. И вот Сахадармини значит, что то есть сердце мужа и жены не должны быть единством, единым. И вот и западные философы, они говорят, что супружество – это дружба между двумя людьми, имеющими разные пола. Но здесь Арджуна говорит правильно.
он говорит, что я твой ученик, и, пожалуйста, дай мне наставление. И Арджуна говорит правильно. И также Шрила Прабхупад говорит, какие-то молодые преданные, они вот брахмачари что-то сделали нехорошее, им не следовало бы это делать. И один влиятельный человек пришел к Шрила Прабхупаде и говорит, что нужно выгнать этих брахмачари, они делают, занимаются непонятно чем, ересью какой-то. И вопрос к вам. Если вы найдете, что кто-то очень болен, куда вы их отправите? В больницу, куда же еще? Здравый смысл. Еще Прабхупад сказал, что этот Гаудия Матх, это тоже госпиталь. Они пришли ко мне, чтобы излечиться, может, они не здоровы еще, но они готовы лечиться. Может, они какие-то ошибки совершают в процессе. И вот Шрила Прабхупад сказал так, и этот человек начал возмущаться. Но почему тогда не пойдете на улицу и соберете всех людей на улице и будете помогать им? И Шрила Прабхупад говорит, я могу всем их помочь, но если они, по крайней мере, будут готовы принимать мою помощь, я не буду их насильно лечить. Они сами должны быть, они сами должны прийти ко мне, признать, что у них есть определенные болезни и попросить меня о помощи. И также здесь такой же случай возникает. Если у нас есть какие-то плохие недостатки, мы пришли к Гурудеву, Гурудев дал Харинам, Дикшу, ну, по крайней мере, такие преданные наполовину предались Гурудеву, и в процессе баджан они предадутся больше, и в какой-то день их самопредание станет совершенным. И так, вот так Гурудев с желанием спасти таких обусловленных душ, он готов принять их. Но иногда люди по дороге могут развить какие-то качества, какие-то материальные желания, какое-то вожделение, еще что-то. Они могут повторять харинам, но они некоторые следуют Гурудеву, у некоторых не получается, и поэтому дикша это долгая процедура. А насколько долго? И даже если мы оставим это тело, обретем свару ситхи, васту ситхи, то и в духовном мире мы будем следовать нашему Гурудеву. И там Гурудев может быть в форме Саки или Манджари, кто может сказать. И там также мы должны следовать, если Гуру Махарадж даст нам такое вдохновение, мы должны следовать дикша. Это не значит, что мы получили мантры, оставили Гурудева и занимаемся своими делами, делаем, что хотим. Нет, это не так. Шрила Прабхупад говорит, что жизнь без самопредания, она подобна жизни животного. Человек, у которого нет самопредания, предания Анугати Гурудеву, он подобен, да, даже хуже животного. Если животное можно как-то выдрессировать, вот какую-то собаку, например, то, но такие люди, у которых нет самопредания, это не хуже животных, говорится в шастрах. Если Гурудев вот спросил даже вот это, что такое, я сказал, это ваша саньяс данда, и если я поставлю ее, как долго она будет стоять? А я сказал, ну сколько нужно, столько будет стоять, хоть 10 лет на одном месте. И Гуру Махарадж приводит такой пример, что мы должны стать таким подобным данде. И в Бхагаватам говорится «Викрито пашом ята». И подобно тому, как кто-то идет на рынок и покупает животное какое-то, и это животное куда-то, если привязать, то оно будет и там стоять привязано.
раньше в некоторых странах работорговля, например, была развита. Но в Африке была система апартеида, то есть там белые доминировали над черными. И, но что хочу сказать этими примерами, ну, Махарадж, что хочет сказать этими примерами? И вот эти слова Кришны, они доказывают, что Кришна, он не, а то, что Арджуна еще не предался Кришне. И вот он просит Кришну дать ему совет, поскольку я то ученик, он говорит, у них есть близкая такая, близкая дружба. Например, если вы с кем-то дружите, то вы не оказываете почтения, ну, такого другу. И так же Кришна, Арджуна, Кришна не мог выразить должного почтения, поскольку у них были такие дружеские отношения. И вот Арджуна говорит, что я предался тебе, я твой ученик. Если вы ученик какого-то гуру, то что Кришна скажет, вы должны это делать. То есть, если мы говорим, что мы предались Гурудеву, то должны беспрекословно исполнять его указания. А если у нас есть сомнения в нашем сердце, то это не зовется настоящим самопреданием. У нас предание значит, что если Гурудев что-то говорит, то мы должны принять его слова без капли сомнения. И вот смотрите, в Упанишадах говорится вот эта шлока, она говорит о качествах Гурудева, мы должны приблизиться к Брахманишта Гуру и принести дрова для огненного жертвоприношения. Они олицетворяют собой самопредание, и мы должны предаться такому Гурудеву, который сведущ в Писаниях и познал Верховного Господа. И вот говорится «Сватхинам Прапаньям». Прапаньям значит, что мы предаемся ему. Поскольку без помощи Гурудева мы не можем понять, что нужно нам делать, что не нужно. И вот Арджуна, он растерян, он не знает, что ему делать. И вот объяснял, что говорил Баладеви Дибушан, я вот в этих строках. И следующее, у нас не должно быть никаких сомнений, никаких подозрений, недоверия к словам Гурудева и Вайшнава. И сейчас вот, но сейчас Арджуна, его сердце было. Он, в общем, не полностью предался и сомневался, колебался. А что это значит? Это значит, вот в этой шлоке о Магьяна Тимирандасья говорится, что наше сердце, оно подобно темному месту, которое Гурудев огнем знания освещает.
либо умощает наши глаза божественным бальзамом, благодаря которому мы можем видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. И вот сейчас это зовется Гуру Пранамам, но здесь мы видим, что сейчас сердце Арджуны, оно не в сомнении находится, он приводит какие-то аргументы, сомнения. Иначе, как он мог сказать эти слова, если бы он по-настоящему предался Кришне? То есть, если бы он по-настоящему предался Кришне, то невозможно было бы, чтобы он задавал такие вопросы. Раджам Суранам Опи Чуадхипатьям. Follow. Нахи Прабхасами. Actually, if I am going to, we are going to enjoy the full sovereignty. Ну, вот пример приводит, если бы у нас была такая независимость, абсолютная независимость. Если бы во всем мире не было никого, кто мог бы повлиять на нашу независимость, и если бы мы были каким-то царем, if we are going to become the, going to get the, I know, total lordship of heaven. И если бы мы смогли получить власть над всеми полубогами, как Равана, например, он, если вызывал какого-то полубога, то они приходили как слуги к нему, и такая ситуация была в то время. Раван совершал свой баджан таким образом. И Ашанкара, он обрел такое могущество, что он мог командовать полубогами, и даже сейчас никто не может на Кайлаш войти. Хотя Эверест выше Кайлаша, но туда много людей заходят, ходят как на прогулку. They go and put their flag there. И ставят свои флаги там. Но Кайлаш, он ниже по высоте, но туда никто не взбирается. Nobody was successful to conquer the Himalayas. What is the mystery behind it? И какая же история за этим? So actually, и вот, actually Borun, Indra, everybody like servant. Hey, Indra, come! Indra, come. In front of Ravan. Ravan was so powerful. И вот Раван, он был настолько могущественен, что любые полубоги по его вызову приходили. И Арджуна, говорит, что если мы даже завоюем весь мир, но все же, то чувство вины в моем сердце, оно, я не знаю никакого способа, который может охладить мое сердце. И я не чувствую никакого вдохновения сражаться, я не знаю, что за слабость со мною. Я не могу сказать, что случилось со мной. Hello, Abhapo, Bhumo, Bhumadapakko. You see, there is bo, one bo. There actually you have to put
another sign, you will split up in Shandi, you can. Вот здесь, ну, какое-то сложное слово на санскрите. И Раджам Суранам Опи Чадипатьям. И если я смогу даже завоевать небеса, но все же я не смогу быть счастливым. И вот он так в сомнениях, он... И вот Арджуна так сомневается, это долгая история, и... Карма она всегда плоха. Но если мы совершаем карму, кармарпан, если мы совершаем какую-то карму для Кришны, какие-то действия для Кришны, это не проблема. Но весь мир, они все жители этого мира, они всегда что-то делают, но их подход к действиям, он не плох, поскольку любая карма, которую мы совершаем, мы вынуждены потом страдать от результатов этой кармы, от результатов этих действий. Любые действия, которые мы совершаем, плохие или хорошие, то последствия приходят. Но будьте уверены, в шастрах говорится, карма, она всегда приносит какие-то результаты. Если мы совершаем карму для Господа, для Кришны, то это хорошо. То есть как кармарпан называются эти посвящения своих действий Кришне. Можно продвигаться через как карму, через гьяну и через бхакти. И в итоге мы должны достичь бхакти, поскольку без бхакти мы не сможем обрести ничего. Может быть, даже до сегодняшнего дня есть много йоги, которые совершают баджан тысячелетиями, но мы не можем видеть их. Вот некоторые по 4, по 5 тысяч лет совершают свой баджан. Что говорить о Ашвадхаме, он до сих пор совершает свой баджан, и те, кто удачливы, они иногда видят его. Он совершает баджан во Вриндаване, в Пишай Гауне. Он находится в теле пишача, привидения какого-то. Ну, у него проклятие какое-то, что от него исходит плохой запах даже за километр. Ну, у него какая-то проказа из-за этого, плохой запах от него исходит. И no medicine is there to give. Really, the money taken out is here. There is blood coming out. Sometimes pain. So Asutama going to get his own result of his karma. И вот, ну, такая как карма, в общем, Ашвадхама. И Чапал Гопал, он, например, тоже получает результат своей кармы. Life after life, infinite you have to suffer this pain.
И вот этот Чапал Гопал, он совершил оскорбление лотосным стопам Шриваса, и Махапрабху проклял его, что даже Каши Вишванат не может спасти его, даже Анапурна, жена этого Каши Вишванатха, она тоже не сможет спасти его. И так из-за этого случилось, из-за оскорбления Вайшнава, и поэтому прошу вас, если вы даже можете меньше баджана совершать, это пойдет, но никогда не совершайте вайшнава аппарат оскорблений чистых вайшнавов. То есть и вот Арджуна. И вот я уже говорил много раз, что варнашрама дхарма, она основана Кришной, она создана Кришной. Абхай значит. Если использовать материальное, материальное слово. Это ослабление, значит, старение, уменьшение. То есть мы рождаемся и постепенно умираем. И то есть если мы... Итак, то есть те, кто рождаются, они меняются, растут, взрослеют, и потом стареют и умирают. И вот Санджай, он говорит Дритараштре то, что он видит. И вот Санджай говорит: И вот он говорит, что Арджуна, когда высказал все свои мысли Хришикеша, кто такой Парамтапа, кто такой Гуракеш? И здесь это титулы Арджуны не отдельные, а кто Гуракеш и Парамтапа. Гуракеш тот, кто победил сон. Ему не нужно было спать. И ночь за ночью он мог бодрствовать. И это качество Гуракеша называется. Но тот, кто победил сон, а Парамтапа, тот, кто очень могуществен, что и враг, и тот, от чего вида тот, кого боятся враги, от его могущества. И вот этот Арджуна, обладая такими качествами, он был в сомнении, и когда все свои сомнения рассказал Кришне, он замолчал. In array they are standing, and now Arjuna going to show this kind of attitude. At Pam to him, Pam Ubhachari Sikhesa, Pam Kartar Ipshitam Iti Karma. In Vyakaran you can know Kartar Ipshitam Iti Karma. Kartar, the doer, what like to do, that is called karma. So here, Tam Uvacho Rishikesaha, Tam Ujato, to him, Rishikesa speaking. Rishikesaha,
Prahasan Niva with a very, very strange smiling mood. Not ordinary smiling. With a very strange smiling mood. Prahasan Niva Bharata. Bharata means not India. Yeah, Bharata means what do you mean? All what? Each and every word you should follow. Вот слово «Бхарата» не значит «Индия», это значит весь мир. Мы должны изучать каждое слово в Бхагавад-гите. Вот здесь слово «Бхарата» значит весь мир. Арджуна родился в царстве, не в царстве в этом, в Вамше, в династии Бхарат Махараджа. When Arjun going to и когда Арджуна был в смятении, находясь перед двумя армиями, то Кришна, он улыбнулся и начал говорить. Подобно тому, как Кришна хотел подшутить над настроением Арджуны. И поэтому в начале мы вспоминаем, что Кришна был вынужден говорить так раньше. Откуда ты развил такое качество? Но это плохо. Это недостойно тебя. Откуда ты такое настроение получил? Ты думаешь, что ты гьяни, ты хочешь доказать, что ты очень знающий, но ты просто глупец, Кришна говорит. И вот Кришна говорит, Бхагаван Вача. Когда ты говоришь, думается, что ты очень знаешь, но ты не пандит, а просто глупец. Ты не должен печалиться, ты не должен печалиться о других, они пришли на поле боя, и что? И ты сомневаешься и выражаешь свою слабость, что это такое. Ты не должен так горевать, поскольку... И вот Махарадж начал с этой шлоки. А для пандитов есть вот эта шлока. И вот в этой шлоке говорится, что санскритская грамматика, она не защитит вас от смерти. И поэтому нужно поклоняться Говинде. И вот здесь, в седьмом падеже. И вот говорится, что санскритская грамматика, она не поможет вам от смерти. Вам нужно получить прямое чувство от саду гуру и вайшнавов, и от их сердец исходит могущество. Вы должны принять это могущество от нашей гуруварги. Мы можем, с помощью этого могущества мы можем избавиться от влияния материального мира, и никакое невежество, вожделение, жадности и прочие качества, они не будут препятствием нам. И вот Прагьяла лансу бхасасе, гата суну, гата сумсча,
Asumscha, assuming pran. Asu, asu значит pran, pran. Pran, never you can put singular number. When you are going to use varsha, varsha То есть есть какие-то слова, которые не могут быть в единственном этом, в единственном, вот как санки, например, они, ну на санскрите дождь, но во множественном числе всегда, ну как по-русски санки, например, или ну, в общем, на санскрите какие-то есть слова, которые только во множественном числе. Ну, как по-русски слово «санки» есть или еще какие-то слова. Ну, на санскрите это «жизнь», «песок», например, «дождь». Они всегда во множественном числе. Вот в этой шлоке говорится, что мы должны быть активны, чтобы спасти свою жизнь. И и вот здесь слово «сачанти» и «пандиты», они во множественном числе употребляются. И говорится, что пандиты, они никогда не жалеют о таких приходящих вещах. И вот пандиты никогда не горюют о таких естественных вещах, как рождение и смерть. Кто-то рождается, кто-то умирает. И настоящие пандиты, они никогда не скорбят об этом круговороте рождения и смерти. И вот душа, она никогда не умирает. Мы не можем уничтожить, убить душу, разделить ее, намочить, высушить. Душа — это на... находится за пределами человеческого понимания. И вот в этой шлоке говорится о качестве души. И вот никакой пандит. И те пандиты, они не, не скорбят о таких вещах, как рождение и смерть, и все, что связано с этим. И кто такой прагья, кто в материальном мире имеет такие качества? Это тот, кто, кого никакие материальные наслаждения не затрагивают. И вот этот человек может жить в материальном обществе, в котором много иллюзий майи, но эта майя такому саду не может причинить никакого вреда. Это качество прапрагья называется. Тот, чей ум он сконцентрирован на высшем. Pandita, those who are Pandit, they never speak like that. You are speaking this way. You want to prove that you're Pandit. Foolish. No? It is not a matter over which you can express your grief. Any man taking birth, any man going to die. Any man taking birth is going to die. After death is again going to take. Well, Atma anyway. Вот душу мы не можем создать и уничтожить. Кто-то спрашивает, например, души, они каждый день они создаются, нет, количество душ, оно бесконечно. Кто-то думает, что души, они каждый день производятся, но дживатмана из татарской шакти происходит.
Я говорил уже, что есть майя шакти, она трансформировалась в этот материальный мир. Джива шакти, татасха шакти, они трансформировались в бесчисленное число джив. И откуда такой вопрос возникает, что души, они каждый день сотворятся или нет? Нет, они бесконечны. Какой вопрос о их творении? Дживатма, они существуют с незапамятных времен, и Верховный Господь также. То есть татасха шакти, она трансформируется в дживатме, в души. И майя шакти, она трансформируется в этот материальный мир. Чит шакти трансформируется в трансцендентный мир, Галоку, Вайкунху и прочее. И это вибхувасту, бесконечное, безначальное, неизмеримое. Это дама, количество душ, они бесконечны, их нельзя посчитать. Они не могут быть в нашей юрисдикции, чтобы мы могли бы их измерить. Например, Галоку нельзя в километраже померить. Она бесконечна. В этом материальном мире, например, в Раджа-дам, она имеет площадь 84 кроши, но в этих 84 крошах заключена вибхути дама. Как, например, как возможно, что в Гамхире одновременно помещались тысячи преданных, и все полубоги, и еще место оставалось, никто не теснился там, как это возможно, хотя Гамхира, она очень маленькая, и это благодаря качествам вибхувасту, и для такой вибхувасту она может как сжаться, так и расшириться в неограниченных пределах. И вот Кришна, он приводит аргумент Арджуне: о Арджуна, ты говоришь как ученый человек, а ты глупец. Not to eva aham. Yatu nasam natvam neme na ime janadhipaha na chaivo na bhavishyamaha sarve vayamataha param. Sarve vayamataha param. There is no such time in the period of infinity flow of time. There is infinity flow of time. Есть бесконечное время в этом бесконечном потоке времени, о Арджуна. Ты не можешь найти ни один период времени, когда меня не было бы. И тебя, и всех этих воинов. Те, кто пришли сражаться, нету такого времени в бесконечном его потоке, чтобы их не было. И Кришна говорит Арджуне: о Арджуна, душа, она вечна. И какова же причина, почему же ты сомневаешься? Почему ты страдаешь? Это недостойно тебя. И из Упанишат мы знаем. Вот эта шлока. В Упанишадах нитянам, что Кришна, он вечен, дживатма, они тоже вечны. Нитто. Нитто нитянам.
Кришна, Он изначальная причина всего вечного. И это Верховный Господь, Тот, Кто исполнит наше желание и ваше желание, и наше желание служения, служить Гурудеву и Вайшнавам. Кришна, Он исполняет желание сердца всех живых существ. И вот, о Арджуна, почему же ты сомневаешься над этими простыми вещами? Не было никогда такого, чтобы не было бы меня или тебя. Может, Бишма сейчас в форме Бишмы, но в прошлой жизни он был Саптариши. Аштавасу, точнее, не Саптариши, а Аштавасу он был. Это долгая история в Махабхарате, рассказывается, кто кем был в прошлой жизни, но Шрила Прабхупада, он не советует нам изучать Махабхарату из-за того, что мы можем запутаться, если будем ее изучать. Почему Ганга дала рождение этому Аштаваршу, и почему она ушла с того царства? И Ганга, она сказала, что я женюсь на тебе, но я выйду за тебя замуж, но если ты будешь спрашивать про мои действия, хоть один раз я оставлю тебя. И вот с тех пор этот царь Шантану, у него не было права спрашивать у Ганги. Все рождались дети, и Ганга брала их, и в Гангу их топила в Ганге. И вот этот царь начал, ему надоело это, он начал возмущаться, что ты подобно ведьме. Ганга сказала: ты слово нарушила, я ухожу. И вот так она ушла. И вот, ну вот этот Бишма в той жизни был одним, в предыдущей другим. И Баладев Видьябушин, он все объясняет и приводит аргументы. Там много примеров, но времени нет их всех перечислять. И вот мы хочу прояснить, что какие-то майявади могут сказать, что есть одна душа. Они никогда не признают, что есть дживатма, а они думают, вот майявади думают, что есть одна душа, все остальные подобны горшкам, в котором отражается солнце. Вот так во всех горшках можно видеть отражение одного солнца. И майявади говорят, что есть одна душа подобна солнцу, а все остальные всего лишь отражения. Но это неправильно. Ни Веданта, ни Бхагавата, ни Упанишады они не поддерживают их идеи. И вот майявади говорят, что этот материальный мир, он подобен сну, и все они Брахма. I'm talking with you, dream. Huh? They are speaking. All dream. Samsara hai hi nahi. No samsara is there. И вот они говорят, что нет никакой самсары. Thousands of people going to attend their katha. It's not actually hari katha, maya katha. И много людей приходят на их лекции. They are very sweet philosophy. Они очень красиво, сладко рассказывают, но not there. It's one kind of dream, illusion. Really so. But Mahaprabhu speaking, no.
Но Махапрабху говорит, нет, этот материальный мир, он не ложен и не сон, он просто не вечен. И вот Махапрабху говорит, что этот материальный мир, он не вечен. So who can realize that Atma is not going to die? Those who are having this kind of knowledge. Но кто может осознать, что душа вечная только те, у кого есть такое знание? You can ask some other question, other benediction I can. No, I like to know it because nobody I find who can answer this. Machikata, you can ask another question. It's very mysterious. I want to, if you like to give me benediction, I like to know. What is the mystery of Jivatma? Then И вот у Ямараджа один преданный спросил, какова же мистерия души. И Ямарадж говорил, что могу ответить на любой вопрос, кроме этого, но он хотел, нет, я хочу знать о мистерии души. И Ямарадж этому Начикета его звали, этого преданного, и Ямарадж благословил его, что если кто-то будет совершать ягью, то будет особый огонь под именем Начикета. Но мы очень глупы, когда мы приходим к великим личностям, как Шрила Шридхар Махарадж, как Шрила Гурудев, мы не спрашиваем таких достойных вопросов из-за того, что мы очень слабы, и майя влияет на нас. Если мы хотим понять, кто такой Вайшнав, мы должны понимать так, иначе мы не можем проверить его. Кто-то может сказать, что Шрила Прабхупада стремился к славе, поэтому он 64 матха организовал, мог бы просто сидеть, харинам повторять и ничего не делать. И если мы так думаем, что Шрила Прабхупада ради Пратиштхи, ради славы основал 64 матха, то это будет ошибкой. Шрила Прабхупада никогда не стремился к славе и почету. А то, что приходит, это Вайшнави Пратиштха, а не просто Пратиштха. И вот Вайшнавы, они не стремятся к тому, чтобы занять место в каком-то дворце, как, например, Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, какой-то царь к нему пришел и просит: «Бабаджи Махарадж, пожалуйста, приходи ко мне во дворце, живи там, там все удобства есть». И Бабаджи Махарадж говорит, что я не пойду туда, поскольку если я пойду к тебе во дворец, я могу привыкнуть к твоему образу жизни, и в будущем ты... То есть, если я буду жить в твоем дворце, я привыкну, потом ты со мной поругаешься, и ни к чему хорошему это не приведет. Лучше приходи сам ко мне, живи вот, построй рядом баджану кутиру, живи тут. Даже тебе не надо ходить просить подаяние, сам буду ходить и просить, поскольку он говорит, что... Sometimes we have strong sunlight, Kochi, 42 degree, 43, we are doing parikram. Last time when I was doing parikram, you cannot put leg for one second. Вот Махарадж, когда последний раз парикрам совершал, было очень жарко, было 42 градуса в тени. On that day, Bhagavad, and that time,
И вот и солнце очень светило, не было ни одной тучки, ни одного облака. Махарадж, когда начал совершать парикраму, еще так получилось, что он в полдень начал, и ну, очень жарко было, очень, очень аскетично. И вот во времена даже Чураси Крош парикрамы, 84 крош, где-то лет 14 назад был один в Раджаваси доктор и какой-то в Раджаваси там был. Он рассказывал мне, что его 60 лет живет во Враджадаме и ни разу парикраму не совершал. И вот он просил его с собой взять и сходить с ним на парикраму. И когда мы проходили Камьяван, когда подходили к Варшане, этот доктор, он сошел с ума, а он сказал, что можно вот там угол срезать, быстрее до Варшаны дойдем. И что случилось потом? Там был раскаленный песок, там дорога какая-то была, нам 2 километра лишних надо было идти, но там не такая горячая дорога была. Вот мы не знали, что делать. Gamcha, I make it wet. And if I go 2 minutes, I throw the gamcha and stand on gamcha for some time. After I take up gamcha, go some time, again throw the gamcha and stand. А вот, ну, в Раджавасе две гамчи всегда, одна на голове, другая на плече. И вот пришлось им пройти несколько шагов, положить эту гамчу на пол, встать на нее, чтобы не обжечь ноги, потом опять пройти несколько шагов, опять положить гамчу, опять постоять на ней и так далее. То есть очень аскетично было, очень горячая была дорога. И вот Кришна говорит, что такие аргументы Арджуны, они глупы, и он не должен говорить так. И вот, если ты хочешь, ты кшатри, ты не можешь, ты должен, это обязанность кшатрия сражаться на поле боя, и у тебя нет права просто уйти, как какой-то трус. И Кришна говорит у Арджуна, когда бы, если кто-то рождается в каком-то, в этом материальном мире, то сатва, раджа и тамагуна, они влияют на этого человека, какие-то беспокойства приносят. Любой, кто рождается в этом материальном мире, несомненно, майя будет влиять на него. Шрила Прабхупада, Бхактивинода Такур, я не буду говорить о них. И те, кто вечные спутники, это Господа, это другая история. И Шукадев Госвами, когда он не хотел выходить из чрева матери, но Кришна дал ему обещание, что майя не затронет его выходе. То есть 16 лет быть в чреве матери – это плохо. И Кришна дал ему обет, что майя не затронет его. Причем не это. Время выделили, что пока зерно горчицы находит, если поместить зерно горчицы на рог коровы, вот пока оно там находится, майя не сможет затронуть его. И вот когда он родился, Шукадев Госвами, он даже не посмотрел, кто его отец и мать. Ему это было совершенно неинтересно. И он сразу ушел в лес. Смотрите, какая ситуация. И вот Парамахамса Шрештха, он лучист Парамахамс. И вот Try to read.
Матрас парсасту кантрио шитошно сухо дукшадаха агма паино анитваспан титикшаша варта. Бхарата значит Арджуна. Он родился в династии Бхарата Махараджа. И в этом материальном мире все, что есть, оно временно. О, Арджуна, ты зря думаешь об этих дешевых вещах. Ты думаешь об этих мелочах. О жаре и холоде, о счастье и несчастье, это время, все временное. Можешь ли ты показать их существование каких-то таких временных вещей? Поскольку в течение вечного времени, настоящего, прошлого и будущего, и нету никакого существования, но в смысле это все временно, а ты скорбишь над неизбежным, над какими-то временными вещами, такими как жара и холод, или рождение и смерть, это все временно. Оно сейчас приходит и уходит, как, например, было жарко, сейчас погода поменялась, стало холодно. Follow? This way you are compelled by Maya. You are guided by Maya. Huh? How is it possible those Muni Rishis they are doing bhajan without any clothes? They are immoral. И до тех пор, пока мы не избавимся от влияния майя, причем сейчас, когда мы живы, это не значит, что после смерти мы сможем избавиться от влияния майя. Нет, когда мы живем здесь, мы должны избавиться от влияния майя и всех проблем, которые ею причиняются. I feel hot, sometimes cold, sometimes insult, sometimes honored I am. Таких временных качеств, как жара и холод, или уважение и бесчестие, или счастье и несчастье, и какие-то другие качества, временные явления. You cannot find any eternal existence of those things. Those are agma painaha, coming and going. То есть эти все вещи, они приходят и уходят, все, они все приходящие. То есть кто-то, например, родился в холодной стране, и ему там комфортно жить. А люди с теплых стран, они страдают только в таком климате, а те, кто живут там, они наслаждаются холодом. If I take you to Rajasthan, desert. Oh, те, кто живут в Раджастане, там очень жарко. Или в Бенгале кто-то живет и страдает от излишней влажности. А те, кто живут тут, они не страдают, а наслаждаются местной погодой. Кто-то, например, любит сладости, кто-то их терпеть не может. И таким образом, это какие-то материальные вещи, которые подходят одним, они не подходят другим. Naked Baba coming in my room, our village. Some small boys begin throwing stone to him. Some giving stone, some giving sand, and some
Какая штука, Дэвга с вами, когда он шел, какие-то люди кидали камни в него, какие-то грязь, кто-то просто обзывал. Но штука, Дэвга с вами, он не обращал никакого внимания. You have to go deep, not that you are wasting your time with sleeping and enjoyment, huh? You think bhajan is very easy, huh? But bhajan is really easy, if you can Баджан, он очень прост, если мы поймем, как правильно его совершать. И вот Шукадев Госвами, он не обращал никакого внимания, кто его оскорбляет, кто почитает. Он был парамахамсой. Он был без одежды, даже каупины у него не было, вообще никакой одежды. Но Шукадев Госвами, он был в полном блаженстве, поскольку Бхагавататтва Вигьяна, она была в его сердце. Если у нас будет такое же божественное знание, то независимо от ситуации, в которой бы мы ни находились, мы всегда будем счастливы. Агамапайино анитвасвам титикшасвартам. You will have to suffer, you will have to bear, you will have to get habituated. You will have to get habituated to suffer all those things. And before leaving your body, you can feel that those Мы должны привыкнуть к таким изменчивым вещам, и когда мы будем оставлять тело, то тогда никакие такие временные вещи, они не будут причинять нам беспокойства. То есть перед тем, как оставить свое тело, мы должны полностью избавиться от влияния майи. Not that after this life. Krishna can give argument also. While you are in this body, и Кришна говорит, когда мы находимся в этом теле, мы уже должны избавиться от влияния майи, не ждать следующей жизни или смерти или еще чего-либо. So, и вот так постепенно. That if unnecessarily I am going to disturb you, first of all those who are sadguru, first of all those who are sadguru. И вот те, кто садгуру, они смотрят на состояние своих учеников. Садгуру, такие как Шрила Прабхупад или Шрила Бхактивинода Тхакур, они смотрят на нас, и они могут понять, в какой ситуации мы находимся, и согласно этому они дадут нам наставление. Сейчас разные глупые люди проповедуют, раздают саньясу и шафрановую одежду, кому попало, и поэтому наше вот такое общество скатилось на очень низкий уровень. Но это неправильно. И вот здесь описывается, что мы должны идти постепенно. Например, если мы хотим забраться на зайти на лестницу, и там если 15 ступенек, то мы должны наступить на каждую ступеньку. Ну, конечно, может быть какая-то особая милость. Иногда это случается, что человек может перепрыгнуть, но это очень редко, как, например, какой-то ученик очень способный в пятом классе учится, но учителя видят, что он очень умный, может сразу в восьмой класс поступить и не тратить время на какие-то такие эти бесполезные классы. Ну, как в России, например, я Махарадж читал, был какой-то мальчик, которого 12 лет, он Махарадж не помнит его имя, но в 12 лет он уже
знал, изучил всю медицину, и все доктора восхищались его знанием. Но это очень особые, редкие случаи. То есть кто-то может перепрыгнуть какие-то этапы развития, скажем так. So matas parso sukantiyo sito shoshu godukchada agama paino anitva anitva splant tiksho varata Arjun you have to suffer here you have to get и Кришна говорит о Арджуна ты должен то есть такие временные вещи ты не должен зацикливаться на них, преодоли это. И вот следующая шлока. И вот в этой шлоке говорится, что те, кто достойны достичь того уровня, где нет боли, то есть того уровня, где майя не влияет на нас, и такие уникальные личности, чтобы они достойны обрести амриту. Я завтра, в следующий день, более подробно обсужу. И вот такие люди, они не придаю значение жаре или холоду, почету или уважению. Тот, чей ум, он находится в абсолютном балансе. И Кришна говорит, такие личности, они достойны обрести амриту, нектар. Дишто, антасту, амайос, татта, даршиги. I can explain this to Sloka. So, пунараки маранам, пунараки джананам, пунараки махти, джатари, свайянам. Ван чакал патару секи пасинь дарджа, патитану бхагуру дарушна джиум. One wife who is called Pativrati, she really is like you said before, then I want to know how the spiritual man, because we sometimes hear that credit, what the husband is doing, also the wife is getting in spirit. Or is it both the same? How is it we can understand? Actually, on those days, the marriage system was totally different. Ну, про женитьбу. Вот раньше, ну, сейчас замуж как бы насильно выдают, ну, по смысле, по расчету. А раньше была совершенно другая система. То есть, как, например, сейчас мы выбираем Гурудева. То есть мы должны сначала найти Гурудева, которого мы доверяем, который достоин быть Гурудевом. То есть должна быть связь гуру и ученика. То есть мы не можем просто у кого попало принять посвящение. Мы должны 12 лет изучать характер Гурудева, его качество, его деяния, его характер. И также Гурудев должен смотреть на ученика. И вот Рупа Госвами говорит, что сначала нужно прибежище принять у Гурудева, и потом дикшу принимать. А сейчас наоборот часто происходит. Но Рупа Госвами говорит, что нет. Сначала мы должны вдохновиться баджаном нашего Гурудева, его личностью, его качеством, и только потом получать посвящение. То есть сначала мы в уме должны принять Гурудева, как я, например. Я, сидя на Вьясасане, я сердцем принял Гурудева, хотя я раньше его никогда не видел, может, в прошлой жизни, и как это возможно. И также система замужества, супружества была такая же. Одна девушка, она
выбирала какого-то человека на пост ее мужа. Как пример я могу привести Кардама Риши. Он совершал баджан. Поскольку Кардама, ему было дано указание Брахме, чтобы он совершал, продолжал творение. Он говорил, ну как, жена нужна, но Брахма сказал, не беспокойся, все сделаю. И вот Верховный Господь явился и скажет, что послезавтра Ману Махарадж с женой и дочерью придет к тебе, и мое указание таково, что ты должен принять ее в качестве своей жены. И вот он согласился, и Ману приехал со своей женой и дочерью, они поклонились Кардаме Риши, и они сказали, что вот наша дочь, она хочет стать твоей женой, она хочет посвятить свою жизнь тебе, она уже посвятила свою жизнь тебе, и я хочу предложить ее тебе в качестве жены, пожалуйста, прими ее. Я знаю, ты Риши. И он, Кардама сказал, он увидел, что эта дочь, она достойна Девахути, Девахути. И тогда Кардама согласился, поскольку Кришна вот день назад пришел и сказал, что они придут и что нужно принять ее в качестве жены. И после этого, когда Мариша женился, но с одним условием, что как, если родится ребенок, то я сразу оставлю этот мир. Это было условие у него, но что делать, согласились. И вот когда Мариша женился, и он вел духовную жизнь и совершал яги. И Мануputri, дочь Ману помогала ему во всем всегда. И через долгое время, когда Мариша однажды он видя, что она дочь царя, и он увидел, что она похудела очень, стала как какая-то бедная женщина, и он сказал, что не проблема, я сейчас тебя, сейчас я исправлю тебя. И вот он своей йогической силой создал какое-то озеро, сказал, омойся в этом озере, ты обретешь сразу свою молодость и красоту. Потом он опять же своей йогической силой создал такой летающий дом со всеми удобствами, он был подобен дворцу, и полубоги удивлялись, как это возможно для него. Потом потом родились несколько детей, 8 дочерей родилось, и он собирался уходить, и Девахути сказала, что ты сказал, что ты уйдешь тогда, когда сын родится, а сейчас только дочери родились. И тогда Кардама Риши сказал, хорошо. И Верховный Господь сказал, я явлюсь в твоей семье, как твой сын. И тогда кто пришел? Капила Дев. Сегодня я начал, предыдущая глава была уныние Арджуны, и сейчас о знании о санкхья-йоге, Пракрити-пуруш-йога. В следующий день я объясню.